Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я прокачаю моего подписчика на одну голду. Просто представьте его реакцию, это будет очень смешно, потому что он просился к мне прокачка больше 2 года. Я уже зашел на его аккаунт, вот его аккаунт, это Чижик, я его прокачаю на одну голду. Просто представьте, какой же это будет ор выше гор. Ребята, если что, я нормальный, не переживайте, никто не пострадает, потому что я его просто вначале немножко затроллю, а потом после этого я ему уже прокачаю по-нормальному. Присаживайтесь поудобнее, это будет очень весело. Ну а если ты хочешь совершенно бесплатно получить M9 Bonnet Blue Blood, прямо в эту секунду, прямо сейчас, прожимай огромнейший лайк, подписывайся на мой канал и смотри все видео от начала до конца без перемоток, я это буду проверять. Ну и конечно, самое главное, напиши свой ID в комментариях. Ну что же, а мы приступаем к мега прокачке на одну голду. Ха! Ну чё, ребята, я уже на его аккаунте. И на его аккаунте, как видите, есть одна голда. Давайте его набирать. Ха-ха. Ну что же, поздоровайся! Здорово, ребята. Я наконец-то попал в прокачку. Я писал. Брат, сколько ты мне писал? Сколько ты мне писал? Скажи всем. Почти 2 года. 2 года мне каждый день писал. Кентуха, прокачай меня. И знаешь ты что? Ты наконец-то попал в прокачку, внутри, братан. Как ты думаешь, на сколько голды я прокачаю тебя, а? Чтобы не наглеть, я думаю, ну, косарь 2. Нет! Не 2 косаря. Давай дальше. 3. Не 3 косаря! 4. Не 4. 5. Нет, на одну голду! Чё так мало? В смысле мало? Одна голда это мало! Я думал побольше. Братан, не наглей. Не наглей. Или мне продать сейчас вот эту анкомоночку из 03? Нет, продать? Не надо. Это мой первый скин. Хорошо, хорошо. Братан, мы тебя прокачаем на одну голду. Ты все-таки заслужил прокачки. Ты ждал целых 2 года. Брат, ну что, ты рад или нет? Ну вот так, пару слов. Если честно, дерьмо. Я, наверное, не хочу прокачки. Куда я не хочу? Не-не-не, брат, подожди. В конце будет сюрприз. Я тебе подарю еще одну голду. Да, я не думал, конечно, тут такой. Брат, я пошутил. Все будет нормально. Доверься мне. Все будет нормально. Ты веришь мне? Конечно, нет, ты же перхоть. Я перхоть? Так, все, братан, давай так, ты прокачки внутри хочешь или нет? Хочу, но не в такую. Выбирай, или в такую, или в никакую. Ну ладно, давай хоть такую. Все, так бы сразу. Нравится такой дигл? Скажи мне, а? Посмотри на эту сумочку. Да, нравится. Покупаем! Конечно, покупаем. Конечно, покупаем. Так, идем дальше. А вот этот петушочек тебе нравится? P90 Jungle. Нравится? Да, нравится. Конечно, и его покупаем. Куда же без этого? Братан, ты чё такой грустный? Я 2 года ждал. Все будет нормально, поверь. Все будет нормально. О, Cardinal Spring. Да, ты шо? Посмотри, какая сосочка. Брат, покупаем? Как тебя? Да, покупаем. Давай, давай, давай. Слушай, а как тебе вот этот UMP-45 Peaceful Dream? Родной, нравится? Да, нравится. Ну, тоже неплохой. Видишь, у тебя тем более нет UMP. Так, ну, собрали. Так, теперь давай. О, а Фомасик. Куда без Фомаса? Мы же киберспортсмены, правильно? Да, родной, берем Фомасик за 0.12 и иди сюда. Видишь, у тебя тоже не кенчик, почти кентик. Так, что нам еще надо? О, а G22. Куда это мы будем играть без G22? Давай G22 Yellow Line. Берем? Да, давай. Брат, ты что, плачешь? Чижик, родной! Брат, смотри мне в глаза, смотри мне в глаза. Я обещаю тебе, запомни, я КентПК. Я обещаю, что все будет нормально. Ты веришь мне? Скажи. Да, давай. Братишка, ты че, пепа какая-то или че? Давай, родной, улыбнись. Нет. Брат, кто тут мужик? У кого огромные яйки? У кого? У меня. Все, брат, давай на позитиве. Давай на позитиве, братик. Посмотри на вот эту сосочку. Дропашечек, нозер, камуфляж. Как тебе он? Как тебе он? Ой, же страшный, как и ты. Чё? Так, родной, ты не нагли, ты переград, не путай. Значит, берем, правильно? Если такой красивый, как я. Так, у тебя осталось 0.12 голды. Понимаешь, нам хватит на какой-то дешевый скин. О-о-о! Брат, ну как тебе 5.7Z? Нравится? Берем? Я бы тебе его засунул кое-куда. Чего? А куда это ты бы его засунул? Так, родной, давай поаккуратнее. Потом увидишь. Все, берем, 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 берем. Значит, берем, правильно? Ну что, братик, у нас осталось ровно 0.06 голды. И знаешь, что мы купим? Evenfall Acid Carbon! Как тебе это, малышечка? Ставь его на закуп. Офигенный скин. А тебе так смешно? Не-не-не, мне не смешно. Или, может, ты расстояние почувствовал? Ты что, хочешь мне напетлять? Ну, как бы да. Ну чё, дорогой, как тебе инвентарщик-то, а? Пойдет? Меня довел до слез. До слез? Брат, ну, ну... А может, у тебя есть бесплатный сеанс к стоматологу? Брат, да ладно, 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 родной, я тебе скажу только одно. Знаешь, что я скажу? Что?
Ты пыль. Ладно, шучу. Знаешь, что я тебе скажу? О. Это был пранк! Еще будут нормальные прокачки инвентаря! Брат, реально, без кидал. Серьезно? Да! Я тебя сейчас по-нормальному прокачаю так, что ты просто обалдеешь! Ну, давай. Ну что же, и прокачаю тебя я на джиджишечке! Ты же знаешь, что это такое за проектик, а? Вау! Класс, и я недавно на ней играл. Опа, и как, поднял бабла? Конечно. Но прямо сегодня мы поднимем. Мы поднимем целые горы. А ты в курсе, что на жишке можно получить 1 000 000 голды на халяву? Олька, как? 1 000 000. Сейчас все покажу. Надо выполнить просто простые здания. Нажимаем акции, нажимаем миллион. И тут смотри. Пополнить баланс на 5000 рублей. Нажимаем выполнить. Здание номер 2. Открыть шерифа 5 раз. Нажимаем выполнить. Это будет вообще изи каточка. Находим шерифчик. То есть, прикинь, помимо того, что мы получаем скины, мы еще и на халяву можем получить 1 миллион голды. Круто? Офигенно. Надо еще 2 шерифа открыть. И мы выполнили это задание. Поехали! Ой-ой-ой, так еще подай. Нож. Опа! 800! Ё-моё! И мы еще здание выполнили, смотри. Да, нам дали 70 очков. Следующее здание сделать крафт от 5-хаточки. Нажимаем тоже выполнить. Чё ща выпадет? И то, что выпадет, я выведу тебе. А ну-ка. Держим кулаки. Ты держишь кулачки? Да. Давай! 1400! Имба! Самурай! Офигеть. Прикинь, это все твое! Это все твое! А давай мы выполним еще одно задание. Смотри, и сделаем апгрейд! Вообще изи! То есть мы просто сидим на жишечке, еще можно миллиончик получить. То есть от 1400, давай. Что ты хочешь? Перчатки? Перчатки, давай. Перчатки? Перчатки. Давай, перчатки. Да. 2 косарика. Давай, кто не рискует, тот не пеба! Поехали, брат! Перчатки. Стоять! Что не наш день? Ты видел, что мы сделали? Ой-ой-ой! Слушай, а ты можешь мне дать секретный код для пополнения и кольца удачи? Брата... Конечно! Ты хочешь действительно знать секретный кодик? Потому что я его никому не скажу, только для подписчиков. Все ссылочки, ребята, есть снизу. И все кодики тоже есть снизу. Смотри, Кент Голд. Мы его вводим. И как, ну, что мы получим? Твои предположения? Наверное, керамбит голд. Ха-ха, конечно! И нажимаем запустить, и мы на халяву получаем это бесплатно по моему коду. Ссылочка в описании, получаем. Да ну, не может быть. Каждое третье открытие кейсечка бесплатно в течение 2 часа. Это имба! Поэтому, ребята, да, все между нами. Все секретные кодики есть снизу. Снизу, это очень важно. Ну что, Чижик, с тебя хватит? Или ты еще что-то хочешь? Нет, я всегда хотел тычки. Давай откроем на живой. Давай. Давай два, давай два. Давай два, пирожочек ты мой. Давай, 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 держим кулачки. Ой, имба. Имба, у нас 1,5 костря. Все нормально. Теперь делаем контрактик, смотри. Ой, ща мы поднимемся. Делаем контрактик на 1600. Давай, давай. Ну. 384. Имба. Да, мы богаты, мы богаты, мы богаты, мы богаты. Мы богаты. И что мы делаем дальше? Апгрейд. 3, 2, 1. Давай, давай, давай. Стоять! Да! Все, на вывод, на вывод, на вывод, на вывод. Это имба, мы богачи, мы богаты. Найс. Ну что, дорогой, выводим. Конечно, выводим. Ну и это не все. Выбирает цель. Давай среднюю. Савика, ты... Пауф! Вау! На халяву-то неплохо, ребята. Ну а пока мы шмаляли, нам уже вывели, посмотри, продано уже. За 2 минуты буквально вывели. Сколько у меня голды на кол? У тебя 4400 голды. Брат, все хорошо, выбирай, что будем прямо сейчас покупать. Выбирай любой скин, как я обещал. Ну давай начнем с ножа какого-нибудь. Давай, давай, какой ты хочешь? Вот я еще выбираю, листаю, скажи, какой тебе нравится больше всего? Давай тычки. Какие? Самые дорогие. О, это наш пацан. Опа! Купили! Поздравляю! 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 Так, у нас еще осталось 2К. Что мы купим дальше? Давай какие-нибудь перчатки недорогие. Ну, пролистай вниз. Ну, давай. Year of the Tiger. Понял. Опа!
Все? Посмотри на твой инвентарь, родной, ты рад? Ты на меня не обижаешься? Еще мы тебе ставим 600 голдишки, ты сделаешь с ними все, что захочешь. Ну что же, ребята, в принципе, это все. Обязательно проживите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал. На мою телегу также подпишитесь, потому что лично себя подарю вам 1000, кто подпишется на телегу. Также, ребята, все ссылочки на джижичечку есть тоже в описании. С вами был Кентуха и богатый Чижик. Всем удачи, всем пока!